Какой чудесный вечер, день, вечер. Ричи, Ричи, вставай, на улице вечер уже, а мы только проснулись, пипец, сколько можно спать? Погоди, а что было вчера? Что, погоди, а почему я такая... Ты посмотри, что у тебя на заднице это, что это, хвостик? Что, где у меня на заднице? У тебя задницы нету, у тебя тупо, эти, хвостик. Так, у тебя тоже... У меня то... О, какие у меня такие балдежные штанцы. А где ноги? Плоска, плоска. А ноги где? Ноги где? Ладно, не суть важно, почему вечер? Где мы? Соп, в смысле, дома? Ты что, не помнишь? Вчера после тусы приперлись сюда, уснули. Ты нафига окно сломал? Смотри, бей со мной. Ну, бью, и чё? Смотри. Ну и... Сейчас, погоди. Я в окно вылез. Значит, мы где? Ну, открой шары, мы в океане. В Тюмени? Да, конечно. А, у нас там есть остановка океана. Не об этом, погоди. Тюмень? Вау, у вас тут так грязно, чё так много травы, надо, надо бы подстричь. Фласка, 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 ты нормально? Что, а? Фласка, у нас хвосты, мы с тобой в море, мы с тобой аж два просто. Я шарю, это все сон, раз это сон, тогда я могу тут все подрывать. Попробуй, подорви, давай. Пробуем. А во сне обычно все не взрывается, да, это точно сон. Смотри, Спанч Боб, там Спанч Боб, это домик Спанч Боба. О, Патрик, там. Смотри, там кто-то есть, там. Привет, привет, привет. Я не понял, вы вообще, вы откуда? А, мы это... А давно у нас в океане начали водиться люди с хвостами? В смысле? Вообще-то это называется русалка, но я, не, да, я как бы во сне мне можно. Она русалка, я Руслан. О, она можно, она можно? А есть еще что-нибудь? Я? У тебя с мукой все пусто. Вы, вы как у себя дома, это мой ананас, я не понял. Слышь, теперь это наш ананас. Как тебя там? Желтая бяка. Губка Боб, смотри, у него тут как бы написано. Губка, короче, смотри. Что такое? Ты местный? Ну, ты видишь, я здесь живу, наверное, местный. Объясни мне, что за фигня, почему вы ноги? Здесь оказались? А почему у вас хвосты, я не понял. Ну, потому что русалки живут в океане, а Боб живет в ананасе. У нас никогда не жили русалки. Русалки в океане, понимаешь? Так, я первый раз такое вижу. Может, что-нибудь у вас тут умный есть, адекватный, кто что-нибудь там объяснит. Ну, у нас есть тут одна такая ведьмочка. Вот, я могу ей позвонить, спросить, что у вас такое случилось. Покажи, а где покажи, где она живет, да. Мы с ней сами поговорим. Она недалеко живет. Ну, покажи нам, пожалуйста. Идем, идем. Идем. Вернее, плывем, наверное, да? Ну, плывем. Полетели. Ну, later. Вот, она должна быть где-то тут, дома. Надо вплыть, а ты отплыви, вплыви. Так, и где так, она? Чё? Как зовут эту ведьму-то? А, ее зовут Урсула. Она у нас тут ведьма в океане. Она решает эти вопросы. Слушай, погодите, погоди, Адусь, тебе не кажется странным то, что в океане живет ведьма? Ну, а вас вообще не смущает то, что я губка, я живу в ананасе на дне? Так, а теперь объясните мне, пожалуйста, что мы здесь делаем? Нет Урсулы, можете. Ну, раз ее нету, я знаю. Значит, уехала куда-то. Книга и перо. А, ну тут была книга и перо, и... На, я читать не умею. Куда ты кинула? Да, она наверх плывет. Я уехала в отпуск. Короче, Боб, присмотри тут за всеми. Если два придурка захотят вернуть ноги, пусть сначала поработают. В смысле? Она что, она знает? Это после вчерашней тусы, походу. Ёк-макарёк, походу, это была ведьма настоящая. Ну все, ребят, придется отрабатывать. Я за час 1500 заплатил. В смысле полторы? А я 2 кеса. А, мне, ну мне скидку за ущербность дала. Опа, это у тебя мобила, слушай, а как она под водой работает? А это у нас тут все работает. У нас тут и огонь можно развести. Все, правда? Кто там нас звонит? Ты полы помыл. А, ну да, помыл. А зачем мыть полы под водой? Кстати, да, что за тупость. Пыль протер. Пыль. А вот теперь я не хочу отвечать на подобные вопросы. Э, ты там с кем разговариваешь? Че, придурки проснулись? Нет, у меня тут каких-то два непонятных объекта приплыли. А, да, нормально. Помнишь, это Ариэль приплывала, короче, говорит, надо это занести вам. Главное, это ноги хочу. Но пришлось, короче, двух придурков найти, у них ноги забрать. Твою, а мы еще и заплатили. В общей сумме сколько? 2 кеса плюс 1500. 3,5. 3,5, хотя бы считать умеешь. Так вы еще сейчас отрабатывать будете. Ё-моё, то есть мы же заплатили, еще и отрабатывать будем? Нормально. Желтенький мой это, миленький мой. Короче, смотри, позапрягай их там немного. Короче, как надоест это, мне позвони, я что-нибудь придумаю. Хорошо, обязательно есть, у меня как раз тут пара дел. Ну и ты на кого напасть решил? Да, убери волыну. Кстати, он же губка, да? Да. Захочет полы помыть, прямо им помоем, ладно? Давай! Так что полы мыть не заставляй, понял? Так как все задания повесили на меня, а задания вам нужно выполнить, поэтому я вам дам задание. Давай, ну и что? Задание-то? Изначально собрали эту зеленую хрень для крабсбургеров. Да, изначально я хочу, чтобы вы собрали 2 стака. 128 штук, чтобы вы собрали их и отдали мне. Нифига, ты что, посчитал заранее, либо только что? Только что, 64 плюс 64. Ни хрена себе он читает, а я не умею. Так, я 5-5, не знаю, сколько будет. Все, Фласка, пошли собирать?
5? Ну пойдем. Сколько он сказал? 100... 100 сколько? 128. 20 так, 20 так. Офигеть, 128. Ладно, хорошо. Ты, Дусечка, учти, что они все всплывают. А чего они всплывают? Я не понял. Ты только что заметил, то, что ты ничего не подбираешь? Ууу, сколько? Так, сколько? Офигеть. Так, а у меня, кстати, уже стак есть. На улице, кстати, темень. Я, кстати, тоже почти стак собрал. У меня есть стак, все, давай. Слышь, Губка, ты где? А ну иди сюда, Губка. Погодите, я занят. Тут делаю, понимаешь, сейчас в океане тоже сложно, как и в России, поэтому приходится чем-то питаться. Ой. Ну, как видно, не судьба, видимо, да? Мне казалось, ты, Губка, ты вообще не питаешься по факту. Ну или травоядный. Слышь, ну ладно, слышь, какой иди сюда, травоядная, давай. Губка? Травку кушаешь. Вот, на тебе, короче, твою лиминарию. А да, кстати, давай. А зачем тебе столько ламинарии? Мне для крабсбургеров надо. Ты думаешь, из чего они делаются? Из говядины? Да. Ну, вон а она. Салат или... какой кладется? Ты думаешь, мы салат специально ездим вот так или... вот в столицу, чтобы взять в магазине в супермаркете салат? У вас салат? Тут столица есть? У вас есть столица? Да. Атлантида, наверное, да? Какая Атлантида? Стамбул. Истамбул будет. Истамбул, да. Да что такое? Слышь, можно я его это разочек так? Подожди, сейчас. Алло. Слышь, дело есть, короче. Помнишь, по кругу, короче, хотели сделать, мол, типа, конкуренцию убрать и все такое. Ага. Давай этих придурков отправим на крайняк. Полицейские. Придут, скажем, типа, но это не мы. А у вас что, еще и есть? Да тихо. Какой ты придурок, ты что, опять гробку включил? Да нет, нет, у меня на колонках стояло просто. Я что, виноват в этом, что я в тот раз, когда слушал музыку, я не отключился? Ладно, фиг с ним, какая разница, и так и так это делать. Ты уверен, что... Полицейские. Не заметят. Нормально, все, я с ними еще договариваюсь. Так. Короче, такое задание. У нас есть один конкурент постоянно, какой? Который пытается украсть. Это зубы или глаза? Это зубы. Это? Кстати, зачем ты это сказал? Теперь я вижу, тупо два глаза, еротик. Смехи в сторону. Смешно вам? Да, смешно, да? Короче, у нас есть тут один конкурент, который постоянно пытается украсть рецепт нашего крабсбургера, чтобы открыть свой бизнес, понимаешь? Блин, рели два глазика. И что делать-то? И короче, и он живет в ведре. Нужно ему взорвать его. Просто взорвать ведро. Показывай ведро, я его бомбану. У меня тут есть пару динамитов. Плывем, значит, вон туда. Ту сторону. Чувствую. От ведра как будто воняет. Оттуда постоянно воняет. Это когда тебя. Но я же чувствую оттуда. А, да, есть. Вон стоит ведро. Вы припасли динамит? Конечно. Че мы делаем? Сейчас я все сделаю, пацаны. У меня все под контролем. Наконец-то у нас не будет больше конкурентов. Да. Ну давай быстрее, ну что. Да меня засасывает! О, засасывает! Закрывай! Тихо! Закрывай! Нифига, меня разнесло! Теперь конкурента нет, ёлки-палки. Ну так, а теперь что делаем? Ты так и планировал, ведь правильно, Боб? Ну да, но не настолько сильно, конечно. Да ладно, открываем. Да может быть мы с места преступления побыстрее уйдем, да? Кстати, да. Задание вы это выполнили, да? Да. Короче, следующее задание для вас. Вам нужно, у меня есть тут один дельфин, который заторчал мне сотку. О, баксов? Не хочет мне ее возвращать. Нет, сотку рублей, чисто соточек. И что в итоге-то? Нужно срочно. Он мне вообще не отдает, вообще никак. Я ему ни под каким предлогом. Я ему не и угрожал, и что только не делал. Он вообще никак не дает. Вам нужно его вольнуть. Мы какие-то киллеры. Нет, работаем. Вы выберите, как вы там хотите его убить. Ну показывай. Он живет в той стороне, я уже выучил этот путь. Я не знаю, как свои 5 пальцев знаю. Так, сколько раз ты у него просил эти деньги? Ну, примерно больше сотни раз. Ого, рыбки, прикольно. Здесь? Да, именно там. А ты спроси напоследок, мейби он все-таки отдаст тебя, а то, ну блин, второго убивать такого себя. Ну, сейчас проверим. 2 hours later. Ты, короче, задницу. Я не знаю, он вообще ни в какую вообще не дает. Говорит, мне завтра отдам. Ну-ка, ладно, нападай на него. Я была... Я только что грохнула дельфина. Я тоже балдер. Стоп, подожди. Это хорошо, что мы его вольнули. А сотку-то он мне так и не отдал. Так и не отдаст, зато теперь... Теперь вы сотку мне должите. По полтосу каждый скидывает. Чего? Мы вчера твоей Урсуле 3500 дали. У нее вот и возьмешь. А, вот это уже не мои проблемы. И вообще, твой хозяин... Выполнила то, что обещала, да. Так что да, давай, звони. Ты еще молись, чтобы ты эти 3500 не отрабатывал. Я полы буду мыть. Сейчас, набираю. Алло, все, они все выполнили. Прям вообще все. Вообще абсолютно все. Конкурент устранен, все устранено. Траву собрали, да, они? Да, траву собрали. Конкурентов убрали? Конкурентов всех убрали. Ладно, короче, сейчас я заклинаю, прочитаю. Так, Николай, ноги отрывай, этой ноги приделай. Простите, спасибо. Так, все, ноги. О, ноги. Ноги, я задыхаюсь. Подожди.
О, ёлки-палки. Погоди. Не, я, конечно, все понимаю. Вы понимаете, на сушу мне нельзя. Вы мне сотку сначала отдайте, а потом идите куда хотите. Пошел вон отсюда. Сотки нет, но возьми вот это вот, все, что есть. Балдеж, ну вот этого хватит, хватит. Погоди, погоди, что погоди. Что ты там хочешь от него? Фласка, понимаешь, в чем прикол? А. Как бы так сказать, мы тут недавно как бы делали плохие вещи. И кто нас найдет? Мы же там... на суше, они под водой. Нас не касаются их правила. Подводная полиция, все такое. Мало ли. Так она на суше не выйдет. Предлагаю вальнуть свидетеля. Не понял, не понял. Вам не так много дырок, отстаньте от меня, не стреляйте. Будет на одну больше. Шмаляй. Шмаляй, но он похож, он какой-то быстрый. Ладно, походу свидетель останется. Ну чё, Фласка? Чё? Давай, наверное, с ребятами попрощаемся. Давай, ну давай отойдем, что-то мне не нравится, он к нам подплывает. Хотя давай, подплывай, сейчас мы тебя... Ну а на этом мы будем с вами прощаться, ребят. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а также не забывайте смотреть видео слева и справа, ведь они очень интересные. Ну а с вами была Фласочка, Адусечка и... из Спанч Боб. Сотку верните. Давай вон отсюда, пошел. Давай, иди отсюда. Все, ребята, всем удачи и пока-пока.